стадии. Нет, туда нельзя, там дорога. Идем туда. Куда пойдем? Туда пойдем? Куда пойдем? Най, там дорога, там нельзя. Сюда идем. Сюда идем. Идем сюда. Пошли. Мы гуляем, да? Самое интересное. Вот мы просыпаемся, там 8, пол 9. Она вот часик дома поиграет и начинает собираться на улице. Ну, таскует куртку, шапочки. Так каждый день. Она прекрасно знает, во сколько надо идти гулять. И хочешь, не хочешь, приходится. Я недавно мыла окна. Думаю, гулять сегодня не пойдем, думаю, пойдем после обеда. На, там. Пришлось все бросить и пойти с ней гулять. Та день. Потом поставим колясочку, возьмем наш велосипед и пойдем гулять дальше. Это вот тот велосипед, который Женька нашла. Вот у него сидушка поломана. Там, в принципе, один болт прикрепить и все. Этот велосипед мы взяли погонять на 2 дня, пока наш придет. И вот мы поехали кататься. Да? С колясочкой мы катались. И второй круг у нас на велосипеде. Да, Тени? Тени? Тени, смотри сюда. Тени. Алло. Тени, смотри. Смотри, Тени. Алло. Тени. Занята чем-то. Тени. Йоу. Мы переоделись, потому что нам идти до зоопарка, куда мы пришли. По полям, огородам. От нашего дома метров, наверное, 600 максимум километров. И вот мы пошли. У нас есть, типа, как сказать, зоопарк бесплатный. Мы сюда ходим. Ну, сейчас зимой не сильно ходили. Когда тепло, то ходим часто. Там вот есть поляна, играют дети. А мы идем до животных. Даже этого случайно не слышали, я покажу вам позже. Вот мы дошли до коней. Вот есть пони есть. Денька довольна. Они все новое построили. Там пони. Маленький пони. Сейчас Деня тебя вытащу. Она их боится. Подожди, Дженни. Там кролики, да, Дженни? Тин-дин-бух. Смотри, там кролики. Подожди, вон там есть петушок. Женя, осторожно. Петушок, да? Вот, да, смотри, вон свинюшка. Вон там 2 свинюшки. Ой, как в деревне. Пошли, свинюшка. Где свинюшка? Петушок один, да? Какой красивый петушок. Свинюшки пьют, да? Та-та. И все. Уйди оттуда, вода мокрая. Уйди. На этом весь зоопарк закончился. Пока, девчонки. А вот наш новый велосипед, да? Мы уже его обкатали. Козюзя обкатали. Женьки хуже. Замерз. Вот. О,
Он пришел сегодня в обед. Причем перед нашим сном. Дженни, естественно, увидела. Мы его собрали. И пришлось идти гулять. 2 часа прогуляли. Это было уже пол 3-го дня. Но сейчас идет спать. И я думаю, уже все, пора. Сколько можно? Это домой я ей натащила, она орала, кричала. Как будто я ее режу прям. Ужас. Но она уснула, правда, и 6 проснулась вечером. И вот опять глаза еще не разула, а уже на велосипед и поехали. И вот мы опять это уже час гуляем. Так что денек у меня сегодня вышел с этими велосипедами. Веселенький. О, солнышко вышло. Ну вот, на этом наш день видеоблогов закончился. Пока.